Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики. С вами сегодня опять Кулар Лудайбек Тынеевич. Политобзор мы сегодня проводим в музыкально-драматическом театре, где было послание главы Республики Тыва Владислава Товарштаевича Верховному Хуралу Республики Тыва. Хочу остановиться на нескольких таких тезисных моментах. Наконец, у нас в 2022 году закончилась программа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Вот это очень радует, потому что с 2013 года данная программа шла с переменным успехом, так сказать. А сейчас очень много финансовых средств заложено на строительство и развитие строительной инфраструктуры наших городов, сел. Это очень радует. В самом послании были затронуты все сферы, все отрасли народного хозяйства. Это очень радует. Начиная с развития аграрного комплекса, животноводства, перерабатывающей промышленности, легкой промышленности. Также анонсировано два губернаторских проекта, так скажем, «Мой учитель» и «Мой врач». Это направлено на улучшение, поддержание высокого уровня квалификации учителей и врачей. Для нас это показатель того, что власти наши ставят эти вопросы приоритетными. На этом все, уважаемые подписчики. Подробно в послании вы можете прочитать и увидеть в средствах массовой информации в скором времени везде разместят. До свидания.